Это. Зубы, я не блядь. Чай. Сердце, а потом что-то сердце. Сердце, да. Желудок тоже. Желудок, ну блять, ну там я понимаю еще одну, ну чтоб 4 это забей. Звездные войны это в руках Ubisoft. Ubisoft займется разработкой игр про Звездные войны. Блять, я так. О, 3 донат! Star Wars! А скины на Асоку. Лё, Андрей, а там же типа слухи, тут типа 3 там будет Асока, да, что, какие слухи? Ты, блядь, да слухи, то, что новую часть сделают, там типа актеры, которые Иден Рельсов, которые тех всех дебилов играла там, они озвучат новую игру. Ну и по идее там, если это Ubisoft, то это донат. А если там донат, то там, ну, как бы понимаешь. А если там скины, то это моя любимая игра. Бля, я представляю, Ubisoft сделает Star Wars с донатом, и там будет каждый сезон выходить новые там скины. То Андрей просто забьет. А сколько в скине рад? Да не извини, следующая игра Ассасины, как бы там Battle Pass. Че похуй. Прикол. Зафибали. Ну, смотри. Зафибали. Если, короче, выйдет игра от Ubisoft по Звездным войнам, и там будет донат, я, короче, предзакажу эту игру, куплю коллекционное издание, блядь, продам аккаунт Сиджа, верну все деньги и буду играть только в эту игру. Отличная новость, мы будем в трио. Кейт. Нет, удачи. Я буду играть в новый Battlefront. Денис будет играть. Алло, блядь, Battlefront либо Сиши. Battlefront с донатом и заебись. В натуре Battlefront с донатом или это дерьмо, в котором, ну как бы, здесь только Зафия адекватная, все больше, ну как бы, я не знаю, зачем это игра. Алло, как бы, Звездные войны с донатами, брат, или вот это вот параша? Хотя, Денис, она будет залаганная вся, но мне без разницы абсолютно. Уж там Асока, играть в это Асока залаганное говно, чем вот в это. Ты там Асока со скинами, алё, блядь, ты чё, долбоёб? Да. Там будет, короче, нет, киберспортивная, ну это, короче, будет новая киберспортивная дисциплина, и там будет киберспортивный скин на Асока, блядь. Ты чё, долбоёб, какая киберспортивная, там не будет ничего такого. Киберспортивная игру по параше, это просто по сюда, туруру, делать киберспортивную игру про спецназ, вот это да. Туруру, нет, Денис, без рук.